Неважно, что вы рисуете. В данном случае я хочу нарисовать вот этот натюрморт. А для того, чтобы начать нарисовать, надо сделать набросок. А набросок я буду рисовать умбраженный. Поэтому вот беру нашу краску на палитру и буду работать разбавителем, то есть не тройником, а разбавителем. Вот. Сейчас мы его вот так вот в масляночку нальем. Опс. Работаю кисточкой щетина нулевкой. Вот такой кисточкой. Ну, попробую еще разобрать в тоне этот натюрморт. Сделать подмалевок. Так, ну возьмем боком.